обещала вам заснять, как ведет себя Рэм и Мэри, когда у нее течка. Вот, пожалуйста. Да, конечно, он интересуется. Да, конечно, он метит в два раза больше. Да, конечно же, периодически он даже интересуется ей, естественно. Но я в любой момент могу отозвать и прекратить, скажем так, ненужное действие. И он знает, что дальше ухаживаний заходить точно нельзя, даже когда она сама к нему пристает. Вчера у Рамыча была вообще очень ситуация сложная, потому что мы вчера ездили на дачу с двумя девочками, у обеих которых течка. Так вот, мы больше переживали, чтобы девочки не начали выяснять между собой отношения. Они, кстати, попытались, но быстро мы это действие прекратили и остальной, скажем, день провели уже спокойно совершенно. У кобелей не отшибает мозги, когда у девочки течка. Все зависит только от воспитания. К слову, Рэм не кастрирован, но и не развязан. Да, как вы видите, они сами расходятся, когда Рэм чувствует, что он начинает терять контроль, он просто сам уходит. В такие периоды он начинает иногда меньше есть, вот, и требует больше игр. Вот и все, что меняется. Никаких побегов никогда, никаких навязчивых приставаний, ничего. Ну, скажем, из этических соображений не буду снимать крупным планом, что у нее действительно течка, уж поверьте на слово. Ну вот и, кстати, расстояние до ближайшего кобеля, который живо интересовался Мэри, я его прогнала. Рэм не делает никаких попыток его догнать там или еще что-то, ровно до тех пор, пока он, конечно же, не вторгается в личное пространство. Все равно собаки завязаны на мне целиком и полностью. Да, вот Рэмочка у нас прихрамывает немножко. Рэм, фу! Ну да, вот еще одна проблема, которая, скажем так, есть. Рэм очень навязчиво вынюхивает. Вот оно. Слюни и очень навязчиво вынюхивает места, где Мэри пописала. Ну и, конечно, слюни, куда же без них. Да, бедолашка моя, опять начались твои страдания. В этом году мы, к сожалению, не можем уехать на дачу, поэтому придется сражаться с нашими подбеганцами, которые живо интересуются девушкой. Вот, поэтому Рэмке в этом году чутка посложнее. Нужно держать себя в руках по многим параметрам. Оп, хвост поднялся. Мы увидели конкурента. О, ребятушки, идите сюда. Там идут у нас люди. Сюда ко мне. Угу. Вот так. Оп. Все, и вот мы сидим, ждем, пока пройдут люди. Ждем разрешения, когда можно будет пойти продолжить прогулку. Отлично, гуляйте. Гуляйте, это я вам. Вот как-то так. Рэм. Рэм. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот, собственно, и вся проблема наша. Метки, да, метки, это прям да. Ну что, домой пойдем, дети? Пойдем домой. Что-нибудь вкусное съедим, да? Пошлите.